Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если обожаешь полицейские погони. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрыч, и мы вновь, ребята, играем с вами в Bemidji Drive, где я решил сделать полицейскую погоню, которой давненько не было. Что ж, если со мной кто-то давно на канале, то он знает, что мы, в принципе, пытались сделать уже многое, то есть и удирали от полиции и на грузовиках, и на быстрых машинах, на каких-то машинах с пропаном и так далее, но мы еще не делали одного, ребята, не пытались удрать от полиции на машине, которая очень медленная. То есть в такой ситуации, как я думаю, 80% должно быть шансов у полиции нас догнать и остановить вообще без каких-либо проблем, потому что мы будем еле-еле волочиться вообще по дороге. Не знаю, что из этого, ребята, получится, поддержите меня лайком, если вам нравится такая идея. Сегодня мы будем на всяких катафалочках стараться удрать от полицейских на ЕТКшках, вот таких прокачанных. Но, кстати, мне кто-то написал, типа, в комментариях, это же не, типа, не BMW, это ЕТК, ну хотя, это Бэха. Ну, Бэха это, ну это же Бэха, ну, просто в игре она ЕТК, но это Бэха, ёпа-мать. Короче, ладно, погнали. Я предлагаю товарищам полицейским уже собраться и попробовать меня остановить. Ну а мы с вами посмотрим, что из этого всего получится. Так, трехколесный мой пыжик. Пыжик! Кстати, нихера не медленный, между прочим. Если так посмотреть, что-то пыжик довольно-таки шустрый. А я что-то думал, что он вообще прям мама не горюй. Говнецо. Но нет, вроде едет. Вроде. Ох, Это что было только что? Меня не учили кататься на трехколесных машинах, ребята. Я, кстати, первый раз вообще в бимке играю на вот этом вот корыте, на вот этом чуде. Ну, кстати, она под 66-то прет. Правда, здесь склон, мама, не горюй. А в повороту нужно притормаживать. Я даже, кстати, не обратил внимания, как она люфтом просто села. Опачки! 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 Так, надо вырулить. Выруливай! Выруливай, дурак! Я сейчас сам улечу. Я сейчас сам улечу. Это я, короче, сделал большую ошибочку. Что замедлил не туда съебочку. Ай-яй-яй! Ладно, я вроде живой. Я живой. Я живой, все хорошо. Так, а я смотрю, полицейским-то вроде все уже, да? Приехали не все. Вот это улетел, конечно, красиво. Господи, нихера от него не осталось. А где эти двое? Эти двое здесь не поделили дорогу. А почему они вылетели прямо, я не знаю. Но, тем не менее... Кстати, довольно-таки странно. Ну, этот поехал, хорошо. Так, а ты? Поедешь? Поедет тоже. Так, ну ладно. Мы, короче, ждем тогда на повороте. Если они сейчас не улетят, значит все хорошо. Воу-воу-воу-воу! Шумахер ты ли это? Просто, господи. Второй поумнее стал. Да, второй стал поумнее. Хорошо. Короче, минус 2 полицейских в этом участке дороги. Я, в принципе, не сомневался. И... Я понимаю, что мы его очень сильно разозлили из-за того, что он покосил тачку, но, тем не менее, это был очень сильный удар в задницу. Вы посмотрите, у меня просто колеса разлетелись в разные стороны. Я абсолютно ничего не успел, мать твою, сделать. Ты что, ненормальный, что ли? Ты что, псих? Короче, ребят, нашел я вот такое вот корыто. По-другому, в принципе, его и не назовешь. Оно очень старое, оно базовое, оно кое-как ездит, и это, думаю, именно то, что нам и нужно. Давайте попробуем. Ну, слушай, ну против ЕТКшки, мне кажется, такое себе. Я просто стараюсь удрать. Оно просто дымит, вы посмотрите. Оно не едет, оно просто дымит. Окей. Кстати, в горочку 50 кое-как. То есть она прям ревела, она прям не могла переключиться на следующую передачу. Но тем не менее, вроде мы как набираем обороты, и полиция уже рядом. Товарищ полицейский, пожалуйста, только не надо, не надо таранить. Будьте более-менее нормальными людьми, пожалуйста. Человеками станьте, господи, он меня обгоняет. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно, и дорога опасная, вообще все опасно. Вы понимаете, если я сбрасываю на повороте скорость, это значит, что они сразу быстро ко мне как бы подбираются. Ой-ой-ой-ой, я не сбрасывать скорость совсем, было еще глупей. Опа. Так. Я так понял, что полицейские как бы этот, все, остановились, да? Один остался, ну ладно. Я думаю, что, в принципе, он нам ничего такого не сделает. Еще плюс его товарищи, они уже слетели с дороги. Слушай, ну вот на этой машине более реально, то есть, удрать. Она хотя бы разгоняется, то есть, в каком-то промежутке на прямой дороге. То есть, она, ну, смотрите, ну, 90 км уже выжимает. Это неплохо весьма. А что у вас произошло? Почему у этого полицейского просто вся морда наружу? Серьезно, что произошло?
Я даже представить себе не могу. Но тем не менее, вроде наша машинка довольно-таки неплохо справляется с этим участком дороги, но тормозить надо просто, мама, не горюй. Так, давайте посмотрим, где они есть. Он едет. Он кое-как едет, но он уже не вырулит. Самое интересное, что вот эта вот полицейская машина, она целая. А у этой прям все, минус рожа. Я даже не знаю, куда он здесь так удариться-то мог. Какой-то камень, либо деревце. Короче, непонятно, непонятно, но тем не менее. Мы смогли сделать то, что, в принципе, от нас и планировалось. Мы удрали от полиции, пускай, конечно, вот таким каким-то необычным образом, но тем не менее мы уехали. Так, давай по горной дороге проедем. Ой, минус один, минус два, минус три. Как красиво просто, ребята, вы это сделали. Просто красавчики. Дружным строем просто. Слушай, мне это напоминает фильм «Такси». И, в принципе, там примерно товарищи полицейские вот именно так же себя и вели. Абсолютно делали полную хинею, непонятно, что происходило. Пиши в комментариях, если тоже так думаешь, и прожимай лайкос. Так, но в очередной раз мы их обманули. Я так понимаю, что этот участок дороги не слишком подходит, поэтому сейчас, если они опять улетят, мы с вами переберемся на трассу. То есть на место, где они могут спокойно топить на всей скорости и, в принципе, нас прижучить. Здесь, конечно же, серпантин, здесь у меня небольшое преимущество, но, в принципе, я делал акцент именно на скорость машины. Вот они здесь на юте, они должны управлять довольно-таки хорошо, поэтому, в принципе, все зависело бы только от нас. Но я смотрю, что интеллект все-таки вроде как подводит наших ИИ, поэтому... Поэтому мы без проблем уезжаем, да? Да, походу опять. Я не знаю, как они это делают. Серьезно. Я не знаю, как они это делают, но у них ничего не получается. Хотя вон еще один едет. Смотри, едет, смотри, он притормозил, он красавчик. Давай, братан, тормози, я не удираю тебя, я тебя жду. Давай, братан. Просто красавчик, вот этому надо медаль выписать. Он едет, смотрите, он старается. Так, напрямую сейчас будет топить. Он сейчас будет просто... я не знаю, то ли он видел, что я газу подбавил, то ли я не знаю, что с ним произошло, но он решил неожиданно поехать в кювет. Ладно, ребят, давайте перейдем на трассу и устроим, получается, заезд по прямой. Ну что ж, ребят, впереди меня трасса, в принципе, здесь за поворотом, полицейские стоят буквально в 100 метрах от меня, поэтому давайте попробуем, по крайней мере, от них удрать по прямой, но мне кажется, что мне нужно начинать было ехать первым. Ладно, жопа горит уже, я уже чую, сейчас будет расчехрение. Бум! О, ёшкин кот! Она просто неуправляемая стала, минус полицейский. Хорошо! Хорошечно, господи, мы едем, ребята, мы едем. Так, вот этого восстановить, вот этого восстановить, вот этого восстановить. Все, давайте попробуем дать им шанс, пока мы, вот, в принципе, колупаем в таком состоянии. Вы прекрасно видели, с какой силой полицейский мне залетел просто в задний бампер. Меня просто, не знаю, закрутило, завертело, мама, не горюй. Воу! Я не знаю, видели вы это сдалека или нет. Но это была жесть, пожалуйста, посмотрите. Это была лютая дичь. Смотрите, как они летят просто, с какой силой. Что происходит? Почему вы не тормозите? Да ладно. Минус полицейский. И еще один давай. Бум. Просто они все приехали. Они все приехали, ребята. И, кстати, я тоже улетел. Ну, слушай, это лютая дичь. Серьезно, говорю, это лютая дичь. Так, окей, поедем немножко по другой дорогой. И, кстати, полицейские опять, двое других, они улетели. Бам! Тут хорошая трасса, дрифт! Да ладно, просто на лайк! Вот это лайкос, это был идеальнейший дрифт. Правда, немножко по бровочке, но тем не менее, вы видели, как красиво я вытащил эту машину. Отстань от меня, легавый! Отстань, дурак! Отстань, дурак! Просто не хочу... Ой-ой-ой-ой-ой, пришлось, кстати, сбросить газку, но вроде опять смог удержать ее. Вот это я понимаю, вот это экшон, вот это экшоний.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Заболтался! Занесло! Минус задница сейчас будет. Нет, смотри, не таранит. Он не таранит, хорошо. Да ладно, он просто дышит мне в багажник. В буквальном смысле тормози! Блин! Господи! Оу! Вот это остановочка. Да ладно. Я понимаю, что полицейский уже не поедет, но проблема в том, что я тоже не еду. Я не могу ехать. То есть все, моя машина не едет. Я даже вот чуть-чуть ей помогу. Все, не едет. А получается, ее корпус, он прям вывернут наизнанку. Это такое себе. Блин, жестко-жестко на самом деле. Я бы, кстати, попробовал сделать по этой дороге еще один заезд. Давайте сделаем. Я не знаю, что это за тачка, но смотрится она довольно-таки неплохо. И, возможно, она медленная. А, возможно, очень быстрая. Я не знаю, но она офигенная. Я не знаю, почему она мне нравится. Кстати, она нихера не медленная, она довольно-таки шустрая. Но, тем не менее, почему бы и нет? Почему двое полицейских постоянно удирает? Слушай, ну она получше предыдущей, но она медленно разгоняется. Хотя максималка у нее и есть. Ой-о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 й
Так, ну все не так плохо. Опачки, второй приехал. Да, дай мне вырулить. Да уйди от меня, сучара. Ты смотри, он меня заблочил. Прикинь, я не могу ничего... О, вот это была ошибка. Вот это была ошибка, и я, в принципе, этой ошибкой сам и пользуюсь. Хорошо, хорошо. Не считая того, что два... Ай, бота у нас дураки, тем не менее... смотри, машинка довольно-таки неубиваемая, она хороша, серьезно. Хотя разгоняется она немножко медленнее все-таки, чем ГТК. У меня, видимо, что-то с осью, потому что машина прям кренит очень сильно. Еще едет, она еще едет, мы не сдаемся, пацаны. Ой, минус полицейский, все, вот это хорошечно. Так, ну ладно. Горем пополам мы вроде как... смогли уехать. Вот только посмотрите, как она у меня едет. Она у меня просто едет боком. Такое ощущение, что переднее левое и заднее правое колесо ведущее. Остальное все погнуто уже. Неплохо. Ну, кстати, даже в целом состоянии она не разгоняет, в принципе, больше 120. Ну да. Неплохая тачка. Мне понравилась она. Она прям шикарная, серьезно. Так, давайте попробуем сделать вот так вот, просто на прощание. Что ж, ребятки, пишите в комментариях, как вам серия. Самые медленные машины против полицейских. Конечно, полицейские здесь оказались дурачками. Ну и вообще, в принципе, неадекватами. Но, тем не менее, мы с вами увидели довольно-таки хорошую погоню, я считаю. И, в принципе, наш заезд удался. В любом случае, ребята, если вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. И, в принципе, пишите в комментариях идеи для следующей погони. Я обязательно постараюсь для вас это все дело реализовать. Спасибо, что были со мной. С вами был Юрыч. И всем до скорых встреч. Пока-пока.